Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Розмова на тему». Я Тетяна Мілякіна, і сьогодні ми будемо говорити про дещо незвичну для нашого формату розмови і програми тему, але доволі актуальну. Громадянська відповідальність. Громадянська позиція наших земляків. І я запросила поговорити на цю тему в студії гостя. В'ячеслав Сімченко, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозоремонтний завод». Вітаю вас, пане В'ячеславе, дякую, що ви сьогодні в нашій студії і спілкуєтеся як зі мною, так і з нашими глядачами. Пане В'ячеславе, ну, по-перше, почнемо з такого поняття «громадянська відповідальність». Сьогодні доволі воно вжито, його часто застосовують в різних розмовах, в різних, при різних подіях. На вашу думку, що воно означає? Знаете, действительно, об этом говорят очень много. К сожалению, говорят больше, чем делают. Очень много людей, которые пытаются эти лозунги прям как флагом машут. Зачастую эта ответственность ограничивается постами фейсбуков, какими-то блогами, в лучшем случае где-то, может быть, какими-то акциями, там, полумитинги или полуфлешмобы. Хотя, мне кажется, уже сегодня немножко страна, люди подустали от этих разговоров, и в моем понимании какая-то гражданская ответственность — это в первую очередь те конкретные дела, которые тот либо иной человек, пусть он там, пусть он политик, бизнесмен, общественный деятель, неважно. Важно то, что есть у него за спиной, что он сделал, грубо говоря, какое количество плюсиков каури он себе поставил. То есть вот это вот какой-то вот комплекс мероприятий, комплекс дел, это могут быть как в материальном выражении, как в духовном выражении, но это должны быть какой-то комплекс этих мероприятий, которые говорят, что действительно вот гражданская ответственность человека, который сделал что-то, как принято говорить, такие банальные вещи, тем не менее что-то доброе, светлое, вечное. Ви пригадали про Фейсбук, а я так згадала перший тур виборів міського голови, коли навіть молодь миколаївська сиділа і голосувала у Фейсбуці, да, і да. Це вплинуло на явку тоді наших... Якраз во время виборів, всіх видів виборів, там, мерські, президентські, парламентські, неважно, якраз це той момент, коли зачастую і проявляється вот то, що називається гражданська відповідальність, тому що дуже много у нас людей, которые знают, как надо жить, как надо управлять, что надо делать. Но зачастую действительно это все ограничивается вот сидением на диване, возле компьютера. И даже элементарно оторвать свою пятую точку от дивана и прийти вот сейчас на избирательный участок, к сожалению, не каждый готов. При этом, сидя за компьютером, так простіше, напевно, висловлювати свою позицію, аніж все ж робити. В одному всегда зачастую хочеться сказати, от ти встань, пойди что-то сделай, а потом уже о чем-то пиши. Я прочитала таку підручнику, дивилася, готувалася програму. Громадянська відповідальність – це свідоме ставлення особистості, я зачитаю, свідоме ставлення особистості як члена суспільства до його вимог, уміння відповідати за власне життя, дії, вчинки. Власне, це громадянська відповідальність і основна складова громадянського суспільства, яке ми зараз намагаємося побудувати. Нам вдасться це зробити, судячи з сьогоднішнього дня і активності сьогоднішньої? Ну, я, мабуть, по житті оптиміст, тому я уверен, що однозначно у нас вийде. І як би там ні було, опять же, багато критики відносно того, що відбувається сьогодні, але, тим не менше, життя все одно продовжується. І можна кожен день шукати щось погане, к сожалению, там яма появилась, там еще что-то, там крыша потекла. И, к сожалению, новостные ленты действительно пестрят в основном негативными информацией. Но при этом мало замечается того, что делается. Вот. А все равно появляются новые ямы, но при этом и все равно ремонтируются дороги.
все равно делаются крыши, все равно, то есть каждый день наряду с какими-то негативной информацией делаются и правильные, полезные, и нужные вещи. Просто они немножко меньше освещаются. Вот. А тут уже, мне кажется, все-таки больше вопрос ну, на цьому как я раз хочу... к вашим колегам. Я хочу що запропонувати освещать. Так нашим глядачам зараз подивитися відеосюжет. Ви сказали, що багато негативних моментів зустрічаються у повсякденному житті наших миколаївців, і допомога їм дуже потрібна. Зараз про одну складну, але вирішену ситуацію у відеосюжеті. Ще за життя хазяйки житло слугувало складом непотребу. В квартирі протікала каналізація. Сусідів турбував сморід, таргани і навіть пацюки. А коли жінка померла, все тільки погіршилось. Долгое время с этим боремся, но ни в одни ворота, ни в одни двери нам никто не открывает. Долгое время при жизни хозяйка наносила туда мусор, как мы знаем. Она работник была ЖЭКа. И вот это весь хлам, мусор, она все стаскивала домой. Но все было, ну, как бы забито. Все в квартире. Ну, состояние, конечно, квартиры вы сами видели. Проблема таких ничейных квартир – это то, что страдают не только соседи от плесени, от вони, но и все четыре этажа. В том числе не только канализационные вот, и запахи, и все остальные, ну, как бы так, испражнения. Это крысы, это блохи. Это все остальное. Квартира кілька років простояла закритою. Спадкоємці померлої власниці не поспішали наводити там лад. Щоб потрапити до житла, їх довелось розшукувати за допомогою поліції. Квартира приватизована, наслідники – дочка, син. Син в Молдавії, дочка по нашим просьбам, по визовам іноді приїжджає, іноді не приїжджає. Ми його говоримо, щоб двері не виламувати, не йти на крайні міри. Ну, так ми з нею контакт наладили і по... В конце концов, нам вже дала ключ від квартири, щоб цей мусор з квартири удалити. Після багатьох спроб достукатись у владні кабінети, люди звернулись з проханням допомогти до В'ячеслава Сімченка. Директор тепловозоремонтного заводу каже, що до нього часто приходять з різними проблемами городяни. От тут вже прийшла жительниця того дому, з якоюсь необычною, казали би, просьба о ремонті квартири, але реально, коли ми побачили, що тут відбувається, то это был так маленький ужас, потому что в соседней квартире фактически была канализационная выгребная яма. З моменту звернення минуло 3 тижні. Цього часу вистачило, щоб відремонтувати каналізацію і вивезти зі злощасної квартири сміття. В свою чергу санепідемстанція обробила приміщення, позбавивши жителів під'їзду від сусідства з комахами та щурами. Пришлось общими усилиями навести там порядок, вивезти этот мусор с помощью корабельной администрации, которая выделила машину, этот мусор вывезли. Департамент ЖКХ помог с подрядной организацией, срочно сделали разрытие, поменяли трубы, и на сегодняшний день же проблема ушла. По большому счету мы просто скоординировали работу всех тех служб, которые должны заниматься этими проблемами. Жители... Тут в основном пенсионеры, и, конечно, когда каждая бабушка ходила в какие-то отдельные двери, ну, не совсем получалось все это собрать пазлы вместе. Найближчими днями ремонтники виконують остаточні ремонтні роботи в під'їзді, але вже зараз люди вдячні за таке втручання. Подивилися відеосюжет, але зараз б хотілося його прокоментувати. Пане Вячеславе, скажіть, будь ласка, як вдалося скоординувати зусилля, ваш коментар в цьому сюжеті, вирішити цю проблему, коли руками не вдалося? Виявляється, що треба було якось там... Які дії привели до того, щоб розв'язувати? Ні, на самом деле, действительно, просто коли я посмотрел, що там происходит, увидел ту квартиру, увидел, в яких условиях эти люди живут, ну, просто не было, наверное, предела эмоциям, потому что когда ну, квартира на первом этаже просто превращена в канализационную, я же говорю, яму, и там фекалии просто в подъезд вытекали через дверь, ну, это просто катастрофа. Ну, просто начал стучаться, обращаться везде во все кабинеты, которые могут повлиять на этот процесс. И при этом, опять же, вот тут больше вопрос, да, как подача информации. С одной стороны, зачастую многие
в этой ситуации сейчас ругали бы, рассказывали, вот чиновники, такие раз такие, сколько времени там люди жаловались, они не решали проблемы. Я как раз хочу тут наоборот подать. Будьте все справедливо. Дивилися, не вирішували проблеми. Ну, да, но не всегда надо, может быть, огульно ругать всех. Я тут наоборот хочу как раз поблагодарить тех людей, потому что все те, кому я обратился с этой проблемой, в первую очередь, это корабельная администрация, когда я, потому что, ну, скажем так, не каждый чиновник всегда, может быть, знает то, как обстоят дела вот, в том хозяйстве, которое ему доверено. Когда я это обрисовал, объяснил, то при этом я нашел такой живой отклик, и все структуры, от которых зависело решение этой проблемы, достаточно активно отреагировали, и, слава богу, проблема решена. Теперь осталось, ну, немножко, чтобы оно там проветрилось, я думаю, какое-то несколько недель, и тогда будет совсем хорошо. Можна передбачити таку реакцію неоднозначно наших глядачів. Ну, добре, подивляться відеосюжет. Добре, молодець, втрутився. Директор підприємства, проблема вирішена. Інші подивляться і скажуть, ну, піар. Ну, де істина? Ну, піар, во-первых, це ніколи не було ругательним словом. Начнемо з цього. Вот. Во-первых, а во-вторых, всегда любое нормальное, правильное дело, его надо максимально освещать. Потому что, опять же, мы почему-то вот какой-то был такой рубеж, ну, где-то в 90-х, когда почему-то у всех стала вот потребность, и зачастую новости стали подавать вот это вот там жаренькое, горячее, там криминал, чернуха и прочее, прочее, прочее. И с одной стороны, вроде бы как это давало рейтинг, люди смотрели это с удовольствием. С другой стороны, наверное, уже просто и приучили людей, и, наверное, журналисты сами приучились подавать весь негатив. И стало такое ощущение, что у нас ничего хорошего не происходит. Да, что там взрывы, там еще что-то. Вот. И потом говорим, депрессии, там, давление, еще что-то. Вот. Мне кажется, наоборот, все-таки те хорошие, правильные вещи, которые происходят, их надо максимально освещать. Однозначно максимально, потому что, во-первых, это в первую очередь пример для подражания. Вот в этом я четко убежден, потому что и не раз наблюдал. Сейчас просто не хочу, чтобы это не было как реклама какая-то, но не раз уже я наблюдал, что вот какое-то озвучивается, показывается по телевидению какое-то, например, там мероприятие, что-то, кто-то там, какой-то меценат, что-то еще, как говорится, пропиарился. Проходит какое-то время, видишь, уже другие делают что-то подобное. Вот. Поэтому я считаю, вот пиар хороших, правильных вещей надо делать максимально. Потому что, во-первых, еще раз повторяю, это пример для подражания. Во-вторых, это просто повышает настроение всех тех людей, которые это смотрят, улучшает, стабилизирует давление, повышает, появляются улыбки на лице. Это, мне кажется, как раз то, чего нашей жизни очень-очень не хватает. Ну, и, врешті-решт, у нас есть добрые такие традиции благодійності, які завжди існували. Да, безусловно. Де межа людини безкорисної, чуйної і громадської відповідальності, громадянської відповідальності? Я не думаю, что тут вот какая-то есть граница. Ну, во-первых, в любом случае, если какое-то доброе дело делается для какой-то конкретной цели, это, как правило, всегда и чувствуется массой. Как правило, все равно, ну, это один раз, два раза человек сделает. Как правило, все равно есть какое-то состояние души. Ну, злой человек, он все равно хорошие дела не будет делать, потому что он по природе злой. А границы, ну, не знаю, не думаю, что тут можно где-то обмежити, да? Розмежити навпаки.
Я хочу зараз запропонувати подивитися ще один відеосюжет про ще одну добру справу, яка відбулася, і про добру подію, яка відбулася наприкінці літа у дитячому містечці, містечку Казка. На майданчику біля паровозика сказати, що людно – це нічого не сказати. Діти усюди. Біля локомотивчика, в кабіні, на ньому. Півроку тривав цей ремонтний марафон, а значить і малюки не могли добратися до нього. Найбільше цікавість підігрівали останні дні, коли відремонтований паровозик від миколаївців відділяли лише мотузка з прапорцями. А ще майже перед самим відкриттям у топку було закладено капсулу часу взамін знайденої. Тепер вхід відкрито. Такому результату дивуються й ті, хто відновив паровозик фактично з нуля. Я даже не ожидал, когда мы это начинали, что ремонт этого паровоза вызовет такой большой резонанс в городе, поэтому все действительно следили за всеми этапами работы. Фактически тут действительно то, что мы его, можно сказать, построили большую часть заново, потому что он был насквозь прогнивший. Дійсно, ще півроку тому паровозик виглядав зовсім інакше. Доступ до кабіни машиниста було давно закрито, з нього поступово зрізали запчастини. Він просто розвалювався на очах. Мы пришли зимой с детками, это уже было после морозов, снег сошел, нам было очень больно, дуга отошла, она заржавела, и мы понесли эту дугу Юрию Любарову, вот, и эта идея о ремонте уже зрела давно, он очень сильно переживал за сохранность паровоза, охранники за ним смотрели, но вот эта вот дуга была уже последней каплей. Оновлений паровозик виглядає зовсім інакше, починаючи зі зміни кольору. Він тепер яскраво червоно-чорний. Такого видно здалека. І, звичайно, відкрили кабіну машиніста. Дітей з неї не витягти. Згадують і паровозик до ремонту. Лазили на кришу і от сюди. І от тут була щель раніше, от десь от тут. Я внутрь залазив. Понравилось, як його розкрасили, ну і що його взагалі зробили. Та що тепер можна заходити внутрь? Красиво сделали. Дійсно, кабіна машиниста привертає до себе увагу. І можна справді відчути себе у справжньому потязі нашого дитинства. Палаюча, наче справжня тупка. Це лише один з сюрпризів. Паровозик димить і гуде. Спецефекти вмикатимуть у вихідні. Крім того, в кабіні та машинному відділенні справжній міні-музей. Тут плакати з зображенням паровозів різних часів, а також інструменти машиніста. Що ж, заради таких емоцій, посмішок щирих, так і треба конечно, робити. Конечно. От якраз це теж відповідь на вопрос, ну зачем це робити? От коли смотришь на вот эти детські щасливі лица, це ж та енергетика, которую фактически вот, ты сначала что-то отдаешь, потом ты получаешь. Это, наверное, как раз тот случай, вот, когда отдавая, тебе старится, и оно возвращается. Потому что это не купишь за деньги. Это вот, опять же, там голоса избирателей можно покупать, все покупают, это делается. А счастливые детские улыбки, ты их не купишь. А это, можно говорить, что это там плюсик ауре, там еще что угодно, но это, мне, например, это добавляет настроение, счастье, что угодно. За ваш коллектив працював, так, да? Да, да, конечно. Вони працювали як позаурочний час, як невробочий час? Ні, я їм оплачував, звісно, всі ці роботи. Це однозначно. То, що вони, звісно, теж з особим трепетом відносились до цієї роботи, тому що кожен розумів, що він своїх дітей приведе туди. Тому душі в цю роботу кожен, хто участвував, він вложив трохи більше, ніж в ту роботу, яку він робить у себе на заводі. Ну, звісно, все так, оплачувалося. Повертаючись до питання, до теми громадянської відповідальності, дуже часто зараз лунає така ідея проводити навіть конкурси серед громадських діячів на їх доцільність, їх тем, яких пропозицій, проєктів, які вони висловлюють. Як на вашу думку? Не знаю, я взагалі дуже конкурсом так відношусь, дуже акуратно, я би сказав. И мне кажется, это уже будет какое-то такое легкое извращение, наверное, потому что
все тут должно быть органично, и любые какие-то действия, они должны быть, ну, что называется, от души. Это, конечно, может, не очень правильно там сравнение с каким-то творчеством, но тем не менее, ну, как может быть конкурс на твою какую-то общественную деятельность, на твою громадскую позицию, ну, это, не знаю, не, мне кажется, очень неправильно. Тут лучше, вот, опять же, судьи, скажем так, это вот те люди, которые получают позитив от твоей деятельности. А звертаються часто по допомогу, а часто доводилося відмовляти з певних причин? Ну, приходится, конечно, приходится отказывать, потому что, к сожалению, бюджет нашего предприятия весьма-весьма ограничен, и те суммы, которые мы можем выделять на социальные проекты, тоже имеют свои ограничения. Людей, которым требуются различные виды помощи, их, к сожалению, очень-очень много. И обращаются очень много с просьбами, и не получается. Не получается удовлетворить все, потому что все-таки мы, ну, не такое уже и большое предприятие. Вот, поэтому, ну, у нас есть небольшая такая группа людей, которые рассматривают, то есть у нас есть тот бюджет, который мы можем на это потратить, и те просьбы, с которыми к нам обращаются, рассматривают, и там уже по приоритетности, где можем, там помогаем, там, потому что иногда просьбы, конечно, немножко абсурдные, ну, поэтому... Пане Вячеславе, підприємство, як то кажуть, на виду. Ви постійно і в пресі, і на телебаченні, ну, є інформація, бачимо, знімають сюжети. І з'являються критичні і статті, і відеосюжети, матеріали. Як ставитись ви до появи таких матеріалів? Абсолютно. І, власне, як колектив ставиться? Бо це ж спрямоване на колектив. Звісно. Ну, я к этому отношусь достатньо спокійно. Хотя, ну, безусловно, любой человек, что бы ни говорил, всегда критика, она всегда немножко там действует, да, тебя на подсознание. Но при этом я к этому абсолютно ровно, нормально отношусь. По-моему, это все время сказал Черчилль. Если вас не критикуют... Если у вас нет врагов, значит, вы никогда ничего не отстаивали, значит, вы ничего не сделали полезного. Поэтому можно еще там целый ряд приводить цитат. Если есть враги, значит, есть, наверное, и друзья. Поэтому это такой нормальный процесс, и любое предприятие, любой человек, который сегодня является где-то на виду, он всегда пристальное внимание. Где-то это даже... наверное, определенный признак там, ну, наверное, признать, ну, известности, признание, может быть, да. Потому что вот много внимания уделяется, рассматриваются, так, поэтому мы достаточно открытые предприятия, и тут я не вижу никакой особой проблемы, и учитывая то количество неимоверное всевозможных проверок, которые мы проходим постоянно, вот тут нас уже тяжело чем-нибудь удивить. Поэтому есть люди, которые могут что-то делать, а есть люди, которые могут только что-то говорить. Поэтому вот мы будем делать, а те пусть говорят, кто что умеет. Сейчас я дякую вам за розмову. Відверту розмову, як мені здалося. Спасибо. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. До наступних зустрічей в ефірі.